Вот, снова мы пришли на гончаровую, так сказать, усадьбу и зашли на могилку его дочери, которая умерла очень молодой, где-то в 12 лет. Вот такие у нее на могилке высажены дубы. Мы только что меряли дуб в обхвате. Один дуб 4 метра, даже немного больше. А второй 3,60. Ну, оно как-то там не очень-то ровно идет. Там наросты какие-то на дубе. И вот так вот этот меряли, он 4 метра в обхвате. Три дуба. Так, им, если судя по всем описаниям, где-то лет до 300, если такой объем дуба. Ну, не знаю. Пишут в интернете, усадьба где-то была там в 18 веке. Может, тут и данных толком нигде нет конкретных, какого на примерно возраста это все тут. Дом его и в котором году умерла у него дочь. Нигде ничего нет в описании, интернет, никаких данных. Ну, дуб очень старый, тут уже лет по 300, им это стопудово есть. Уже тут даже начало так трухлять появляется, так местами начинает же сыпаться. Ну, а так, в принципе, дубы все живые, листья висят. Такие вот красавцы большие. Вот такие дубы. Три дуба. Примерно все они по размерах одинаковые. Ну, вот там немного туда-сюда есть разбежности, но так все они почти одинаковые. Так вот на могилке дочери Гончарова растут. Такие огромные деревья. Только что мы были на усадьбе, где дом был. Ну, там же, правда, на название дом только сохранились подвалы или погреба, я не знаю, что там у него было. А самого дома уже такая небольшая стена осталась, и все. Вот недалеко от его дома вот такие три дуба. Это тут дочь у него захоронена.